Посадьте лодки. В случае чего, так по берегу. Возвращайтесь на блокпост южный. То есть через риф, вот южнее. Залив небольшой еще. То есть через ХК, да? Я вот три точки поставил. Нет, ХК слишком далеко. Вот так, тремя точками. У нас доедете. А плавать можно? Можете и плавать. Ну, а я думаю, там... Можно будет торчать из воды. Да, так даже лучше. Минут 20-30 там потусуетесь, если СПД не приплывет, назад поедете. Мы что должны прикрывать-то? Получается, на юг смотреть, да? Не, тут скорее восток. Вам восток. То есть будет бардак на метке ХК, и будете вы на метке КНД. То есть они, скорее всего, если поплывут туда, то с востока обогнут, и так с 3-4 километров заплывать будут. Вам надо их перехватить. Все там расстреливаются. А если мы переедем на... Может, нам геопротик я поставил переместиться? Как угодно. Если они... Главное, чтобы они не высадились на побережье. Главное, чтобы они на этом побережье нигде не высадились. Угу. Все остальное должны простреливать. Там на месте. Виднее вам будет. Ну и если что, вернуться на базу. Можно быстрее. По лесу тут фиг пройдешь. Так что по побережью, наверное. Ну окей. Кто у нас медик? Хайс? Yeah. Хайс, сладкая медсестричка. Пока ты будешь идти лечить. Пока ты будешь лежать на базе, я тебя буду лечить. Кстати, карт, по-моему, у многих не будет, так что шаг плюс 1,3. А, нет, вру. Минус 1,3. Тут подстава. Мипа, до точки тоже по берегу добираться, да? Да как угодно. Ну, по-моему, безопаснее по берегу, быстрее. Плюс выезд, я не помню какой, как с базы. Вроде... Там густая. Хрена не делал. Не спешите, в общем. Вроде там с юга где-то выход. Серафим? Серабим. Ки. Да они там много занимают, что ли? Как хочешь. Расписано. Командиры указаны. Оружие. Круто. Че, какой у нас там план? Ураган. Захватываем мир, да? Да? В общем, на вот этой зеленой зоне убить всех, понял, да? Ну окей, я ГП есть. Прям со старта можно начинать. Прям 5 ГП. Будут враги. Окей. Да, будет серьезный такой план. А я тут так подумал, а может БТР вообще не ждать и просто пустить на самый-самый восток? Прямо в воде их перехватить. Да вряд ли они поплывут. Да, там 7 километров в час. Они не такие отчаянные. В прошлый раз приплыли там.
Вообще они Вот залив. могут вполне бросить лодки и поехать с основной массой. Имейте в виду. Шаг минус 1,3. Бобика. Ты плюнул ему в рожу? Да. Он, блин, скотина, сдох, но все равно меня зацепил. Мне как убило. В смысле, он на самолете был? Да? Он на чем был? На 25-м. А, да, сюда полетел. Ну, полетели. 4-1-5. Кромос, проверка. Что это у нас за крест такой? Запоминаю, разница двигатель штанов. У нас джинсы, у них белые краски. РПГ их забирайте с БТРа. Я все заберу. У меня напряжение не доступно. Только есть это, построить укрепление. Ой, тут даже... Спереди подойди. Нет, мы его забанили. Ты что, не делаешь там? Белый камуфлированный, по-моему. Они вообще... Я помню, что здесь зеленый, Да. Куда кидать? В БТР кидай. Это БТР КНД, проверка связи, давай. Штаб на ДВ. Сколько у тебя там? Дополнительные 10 появлялись? Да. Сейчас скину. Берите еще 4 года. Да еще можем постоять немного. Кто его успевает забрать? Сейчас еще кину. Это не можно убивать уже тех, да? А у них у всех нет.
Я уже начинаю свой морфий. Берите, берите. Фристайм окончен. Все, все, покой. Да. Так, РПГшку кто забрал? Какая у тебя машина? Пошли его отсюда. И остались осколочные кумулятивные в БТРе, забирайте срочно. В рюкзаки, все, давайте, быстро. Так не оставляли в БТРе. Выбрось патроны в часть. Не из рюкзака, а из слотов. Давайте, блин, не тупым. А, Леон, а ты откуда? Ну, оставайся. Если можешь, вон из БТРа забирай быстро. РПГшки, снаряды. Нет, понял. Чем оставить? Олба, солба. Движение. Не тормозим Грифона, ему ехать уже надо. Все забирай, все РПГ. Ладно, сам забрал. Все, давайте назад. Отходим от бетера, пускай едут. Все, я поехал. Так. Выезд с 200. Так, остальные давайте на выход тоже 200. Собираемся у выхода из базы. Стой, стой, останови. Дай выйду, что-то у меня дорог тут сидит. Не задави. Грифон, посмотри. Я делал свой. Че за скрыт? Пиш, пиш. Проверка подвала. Так, штаб, засекли катера спецназа противника. Накрываем. Так. HQ на БР налетели, на лодке? Лодки, да, на лодке засекаем. Понял. На лодке засекли, я, давай, дави. Всех разбили или как? Не молчите только. Все живы. Открываем. Сейчас выйдем, тормозни. Либо едем на точку. Лодка движется от рифа в сторону базы. Отрабатываем. Ну-ка, стой. Они на юг уходят или, блин, в воду на восток? Нам КМБшный бетер вернуть? На север идут. Понял. Чё за стрельба там у кого? Что, что происходит? HQ, отделение HQ засекло спецназ противника, ведет по нему огонь. Спецназ передвигается на лодках в сторону севера. БТР КНН на связи? Да, на связи. Я слышал то, что к нам едут. Опа, стой, 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 стой. Выезжай на берег, выезжай. Выезжай на берег, на берег, на берег, на берег. На берег выезжай, быстро, быстро, быстро. Сука, 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 сука. Они прям на
нас выезжают. Стой, стой на месте, стой, 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 стой. Один СПН на лодке был уничтожен. Так, БТР, СФ на связи? БТР, СФ, вышли на лодку уже? Поехали на точку на нашу. Мы на Ольше. Все, все понял. Рье на ДВ, приехали на точку. Понял. БТР около метки КНД, это РВшный, да? Нет, это Грифоны. Грифоновский, понял. Мик, мы на нашей метке. Понял. Грифон, в воду ныряй. Грифон? А, я не знаю. Может, тут так не палиться в воду? Ну давай, ладно. Поплыли. Буль-буль. Сейчас рыбку задублю. О, не шится, туман там. Это БТР Грифонов, мы на позиции. Еще плыли. Ты пока меточки нашего маршрута поудали? Или лучше следи после боя? Так, ладно. Готовы будем. Сидим, курим. Слушай, ты только мне градусы говори, а то я... Там смотрите, на базе мины стоят, чтобы карту проверить. Давай. На 60. Братан, на связи еще? Да. Нет, слушай, я там ничего не вижу. Да. Разворачивай. Стоп. Разверни его на 180 градусов. А то мне завтра начнется. Артемьев, где находишься? Слушай, тут у нас вся кабина в воде.
Леон, гляньте, он потас. Так, что за стрельба? От КМБ на юго-востоке огонь. Мы вот ликвидировали последнего плывущего. Так, арты нет. В общем, укрепление достроишь и перемещается либо на санблок просто. Грифон, повтори, что с лодками? Ну, одна уничтожена была, вторую не наблюдаем. Понял. Еще пододвинуть. Вот если бы его развернуть вот в сторону. Давай я сейчас буду разворачиваться тогда. Все равно нам надо будет обратно плыть. Ага. Вот поставь его так, чтобы зад у него смотрел на 45. То есть, ну вот, к тому берегу мордой, с которого мы приплыли. Леон не доплылся? Вверх связи, Лен. Угу. Нормально? Грифон на связи? Я думаю, скоро возвращать вас надо будет. Что там, приготовьтесь. Сидел на связи? Это РЕ, метка враг, отделение минимум. Да, сидел на связи. Принял РЕ, встречайте. Кью, попробуйте. Кью на связи еще? Да-да. Ты выйди вот в этом контакту во фланг. Давайте, в общем, пилите обратно к берегу. Мы сейчас к побережью на восток выдвинемся втроем. Мы будем вас встречать. Пилот, двигай на позицию, где этот бункер. И наблюдай восток. Остальные бункеры доделывайте. И топаем на восток. Я чуть северный бункер смотрю. Мип, нам к вам ехать, нет? Да, начинайте выдвигаться. Не-не,
прям к вам. Сибил, да. Я наш бетер назад веду. Отделение ХКЮ наблюдает в противника на 240 у края леса. Ну все, мочите. Противника форма чья? РФ. Не уверен, цифра, либо обычная. Так. МВДшники. Мы где сейчас находимся? Мы подъехали, да? По-моему, нет? Это второе отделение, Оскар, да, ГРФ. На востоке от базы, по-моему, видели 4 человек врага в лесу. Мне тебя плохо слышно было. Слышим, как учки выйдут. Они продвинулись на север, похоже, с тыла хотят на базу зайти. Так, отметьте, где... Грифон, двигайтесь уже. Возможно, от вас, слышите, западный куб фраг будет. Побережье выйдем. Так, мы слышим вас, походу? Там, где стоит точка враг. Поставил метку враг. На 220 от вас, мы, походу. Двигаемся по лесу к вам. Стой, стой. Не, это... Давайте на нас. Много было, нет? 270. Направо. 4 человека. Там же у нас кондитер без шумка. На броню прыгаем. На броню нельзя. Ладно, давайте своим ходом двигайте. Азимут 240. Ну, GPS-ка есть. Ну, двигаем на блокпост. Бутер, гоните. У нас стрельба на юге. Сидите, наблюдайте. 240, поехали. Строите укрытие. Поехали на 240. Грифон, тут меточка враг появился. Ага. ТРХКУ еще живой? Да. Идем бой. Народ, оттягивайтесь лучше на блокпост. Мип, поставь нам метку, пожалуйста. Главное. На метке враг, похоже, наш вылез на востоке. На КНГ один беги. Наши? В районе метки, ну, да, у них бандитка, в районе метки враг работает спецназ противника. Произошло стадовое столкновение у нас. Поехали. Эй, сяду. Устал. Пошел отсюда. Он выключит. Ты оплатил проезд? Все-таки противник там, да? Едьте. Там был противник. Я вдруг не при... Посветите по метке контакта, она еще действительная, это бот, я в хеле.
На востоке от базы беттер какой-то едет, слышим звук. Метки, где враг. Бип, смотри, метки не на нас очевидно. Тормозни, тормозни. Метки контакт уже нет, врага. Вот мы не туда приехали. Мип сообщает, они нормально все. Мип, ты слышишь, на нас метка стоит враг. На вас нет, это южнее. А вообще-то восточнее. Ну, на метке КНД, КНД 2. Да все, убрали метку. С востока прям на нас была метка враг. Понял. Бэттер на востоке от нас. Бэттер свой едет. Свой бэттер к блоку 102 подъезжает к КНДшным. Зачем он лесу-то сделал? Нам надо выкатывать куда-то. Да вот и слева поле. Закатывайтесь направо, на северо-запад. Ко мне. Все, мочите, что смотрите. Да-да-да, мочи, мочи. Ну давай орешь. И мы на 230, на 220. И дым. КНД от вас на 110, какой-то неопознанный объект бегает. Понял. 110, слышали? Неопознанный кто-то бегает. Блин, я ничего не вижу, нихера в этой зеленке. Нихера вы сюда загнали нас. Вниз спусти их вот вообще. Отлично будет видно. Наверх двигай. Что будет? Пока рано их пилить. Наверх заедь. Все, Ильича, вернитесь к блокпосту. Грифон. На 120 технику уедет. Да-да-да, техники. 100, азим. Вижу бэттер, вражеский, 100. Да? Блин, по побережью идут. КНД, на сотню от нас техника двигается, БТР. Куда мы заехали? В озеро. Разворачиваем. Блин, говорил же, на блокпост приедьте, а не куда-то там ебеня. Так я что, водила что ли? Так хз. Маркер поставьте на метку КНД-2, туда выкатитесь. Азимут на бета. Азимут восток, они дальше северный проехали. Азимут 100, например. Где вы опять ездите? Поднимитесь на этот гребаный склон, где вы ничего не увидите. Да, все, да, вижу вас, Маргарет. Сидите тут и работать будете по наводке. Давайте сдавайте. КНД от вас на 120 бегает враг. 130. Принял, принял. Сейчас к вам выдвинемся. Вперед, то назад. Нам в жопу зайдут. Мария, что у вас тут горит на ваших позициях? Еще проезжай и налево, объезжай на азимут 40. Одиночный враг бегает. На 40 выкатывайся. Ри, внимательно, я пробегаю с востока от вас, буду находиться и пристрелить. Походу с востока от нас бобик гоняет. Бобик орёт это? Да. Там бетер вражеский. КНД у вас на 140, 150, никто не выдвигался? Наблюдали БТР, как там проехал. Это 400 метров, кнопку на карте. Убиты все, кроме Тошки. Остался я. На рифов СПН бегает. Прием. Куда мы вообще едем? Куда вот ты нас тащишь? Я тут нихера не вижу. В этой зеленке. Скатывайся на меня северный. Да тут увеличение бешеное. Куда? Мне надо в чистое поле встать и стоять. Там уже бетер один есть. Чего ниже? В ёлки давай вперед. Нет, в ёлки по
уже оглушен. Вы боком что так стоите в противнике? Да, да, слушаю. Что у вас там происходит? У нас отделение подходило, уничтожили. Все уже уничтожили все? Ну да. Где-то здесь бродят, но рассеяли. Сейчас мы к вам подойдем, поможем зачистить. Разверни его так, чтобы мордой смотрел на 120 где-то так. Мне фара мешает. Все, стой. Звук 80 техники. Гриффин 80, азимут звук. Да я смотрю, смотрю. Смотрю, смотрю, смотрю. Сто уходит на юг. Наша сторона будет. Выкатывается 90, 90. Лежу. На 90, 200 метров. Да я вижу, вижу, думаю. БТР катается. Грифон, 70, там дым. А база, да, 90, слышим звук 70. Техники какой-то далеко. Видно, видно уже. Это бардак. Бардак едет к нам. Бардак свой едет, нет? Слушай, там на юго-западе БТР вражеский катается, Марио, слышишь? Эльцерон. Бардак атакует. Да, да, где? Бардак вражеский. Это на юго-западе, а только... У нас тоже вроде бы. На запад поехал. Типа, у нас тоже бардак есть. Возле метки КНД двигается. Это вражеский. Бардак. Захвачен, вероятно. Сбегать жить. Бардак в игре только один, и это на 170 я сижу. Двигается на нас. Повтори. На 170 множественный контакт в лесу. Понял. Грифоны на 170. Множественные контакты. Внимание, на 60 от Альши еще один БТР сейчас стреляет по нашему бойцу. Уходит на 160. А грифоном передать их БТР тут. Мы против русских воюем? Да. Мип, передай БХ грифон. БТР грифон на 160 противник. Я не увижу, потому что гора за мной. Как я увижу их? Приняли? Я не тебе грифон, тут отдельный. Ну, вроде как СП. БТР грифон шандуру. Кронос, пните их там по голове, если можете. Не отвечает голова. Хорошо, достану. Это сбегу. Опять двигается бардак. Где? Азимут. А там же. Осколочный на 170 зарядить. На 160 точнее уже. Знаю, я вижу снайпер противника, сейчас отмечу нет. Вот. Тарканит, а? Под обстрелом. Что происходит вообще? Это по снайпер зеленых есть? На юге. Что, повторите? У вас они снайпер зеленый есть, я бью. Походу это точно исправим. Вот ранен. Да. Пилот ранен. Пилота у нас ранили снайпера. Да, да, да. Аккуратнее, я к вам прохожу. На 140, враг. Они так же дальше Стопы уходят, на восток. Пристрелить туда. Уходит на восток. Что, может стрелять по ним? Нет? Не надо?
XRM Ладога живы еще? Вел бета. Что за бета стреляет? Грифоны. Грифоновский. Восточник избирает. Винт есть у кого, нет? Есть у кого, есть. Не где ты? Чё тебя пилот дым? Я в ложбинке здесь. Сейчас дам дым. Таркани, где? Едем. На юге. Ми, передай Грифону, что у них труба была. Пускай будет осторожен. Повтори, что именно. У них труба так, была. Так, контакт, одного контакт, 120, не убили. 120. Грифона около вас труба была. РПГшник. Ирвиш, тут прием, кострелец, я в запад захожу к вам. Кинул дым. Да-да-да, туда-туда. Это Боб. Слупит бета туда. Да-да. Спэн вражеский. Олег, уйти бы тебе отсюда. 140. Тут непонятно, кто враг, кто нет. Считаю крови, нужен винт. Бегай, вот, вруби крик по оре, непонятно же где ты. КНД, я видел на стол, по-моему, врага. Все, иду, я его найду. Пуск! Из леса 200. 200 где-то, пуск по БТР. А у вас кто-нибудь может попытаться водила сесть? Водила МИП у нас попасть. На востоке контакт. Мы не наши, да мы не наши. Дымы вражеские. Дымы вражеские на востоке. Его попал без сознания, привязывай. Я медик, излечок, малый рядом. Трезвый. Убежал опять он на 160. Пуск был на востоке, работали по бетеру. Грифон, 340. Едет БТР. Вова, у меня калаш на сошке ставится. 340, я около тебя. Какой бардак, откуда? Желтый. Наш, нет? Без понятия, я вижу его только рядом. Он выглядывает как бы. Ну, написано БРДМ 2. Если зеленым светится, значит, наверное, свой. Не факт. Я думаю, это ГБ точка. Искать по Q. Наш, наверное. Запроси ГБ точка на бардаке. ГБ точка на бардаке есть? ГБ точка, да, я на точку пометил, я на базе, последним остался. Принято. Смысл, они с СПН там шел, всех перекосал. Так, давайте все к базе стягиваемся, кто может тогда. Нас по востоку будет обходить, походу. БТР тоже к базе. СПН ушло на восток. Тоже стягивайтесь, что делать? А северо-восток. Но двоих из ПНов вроде как сняли. Нет, их не сняли. Это БТР появился. Нет, а давай уже точно вертаем. Наблюдаем, наблюдаем. МПГ тоже вроде в спину добили. 102, 102. Так, 102. Бетер врага, там бетер врага. Подходит на нас, подходит на нас. Бетер, бетер. Бетер, стреляй. Далеко, блин. Там поехал, ты ё... Грифоны, не вы... Грифоны, вы ездите? Нет, это грифоны. Чё, вообще немощи, блин? А я не знаю, он вражеский, по идее. Её трассер на противника. Вперёд, проедь, проедь вперёд. Кто у нас, блин, к базе на бетере подъехал? Кто подъехал? Свои, блядь. Ну проезжайте на базу, давай огонь открывали.
Да с севера, он... возможно, бардак вражеский. Бардак свой, извиняюсь, сказали, враг едет, начал, открыл огонь. Прям по бетеру. Блин, говорите, что заезжайте к базе. Вы когда мне учили? Так я спросил ехать на базе, мне сказали ехать. Да иди чуть на север, увидишь его за деревом. Он за деревом сидит. А, ёпта, у меня ж ГП. Северо-восток по базе снайпер отработал. Видел? Вот. Здесь? Ничего не видел. Кто стрелял сейчас? Я отходил. Я. Yeah. Вот ты туда стрелял. Вид? Бардак. Свой. Так, кто юг, юго-восток наблюдает из наших? Кросс, я смотрю. Я юго-восток смотрю. Пилот на 120, вражеский СПН, спустись чутка вниз, и ты увидишь. Принял, принял, сейчас спускаюсь. Ко мне харканит внизу, ты покажешь. ГБшники орут, блин, вообще. Кто-то на репте. Что на базе? Опус лучше там работает. Слушай, по мне. Здесь 80. На 160 контакт. Удаление, говорите. Уже 200 метров от нас. СПН. Метров 500. СПД своя? Нет? Нет. Добиваю. База на ДВ? Ми, она есть. На юге от нас свои. База на ДВ, наверное. Организуйтесь там, блин. Непонятно, обороняют, не обороняют наши. Потому что там лазит снайпер. Хорошо, он такой же. Два бетра на базе почти. И один бардак. Плюс пехота. Да хрен с бетром. Хрен с бетром. Вы наблюдение вокруг организуйте. Находясь в периметре. На 118. Ну ты видишь, там тело лежит? Нет, не вижу. Видимо, за деревом. Капитан. Я вижу вас. Это Боб. Еще один ушел на север. Хожусь восточнее. Жив, да, дальше, дальше. Вижу. 110, бежит. Удаление где-то еще от этого трупа метров 80-90. А северо-восток, на восток точно. Да, это трассер. Ички. Спалите. Ички, это Грифона, командир убит. Выбежит. Долго. КНД приняли. О, смотрите, они вот на 140 ЧДКЗ. Ирня на северо-востоке, за камнями противник прием. Бетер живой, нет? Вроде.
был какой-то разрыв. Что с севером? Даже север, северо-запад, что? Вроде в основном уничтожили. Сергей, повтори. Внимание, нет, противник у нас на севере. Понял. И БТР еще. 110. Бардак, ты сможешь? Бетр, ты сможешь его другой бетр подтянуть, подтолкнуть? Стрелять не боись. Чего? Нам перекидываться к вам, Сигин. Укрепите север, ну, давай, север сейчас зашли. Понял. Так, народ, перекидываемся на север. Юг, по лете остается пилот, Леон. Разделитесь, чтобы восток и юг просматривать. Грифон, не торопись уезжать. Остальные собираемся и вдоль. Восточные базы проходим на север. Что сделать-то надо с беттером? Так. На холм слева не заходим, там растяжка, назад. Растяжка впереди на холме, блин. Назад, спустись. Грифон, растяжка вперед. И вот, наблюдая, 100-120. Вот толкается. Да, уже наблюдаю. Народ, не тормозим, на север двигаемся, за мной. Повтори. Тихо. Сгорело, нет? Нет. 7 сбегать. Что за стрелялка на базу? Видео пуск оттуда. Работает пехота, северо-восток. Убили одного РТБшника. Там еще бетер стоит у дороги, на севере. Бардак, куда лезете в мясо? Назад отъедьте. Петя, БТР где стоит? Понял. Там же еще один. Я нахожусь по ходу в лес. Западнее, думаю, в 100 метров. Может, БТРы поедут, нет? Он жив? Бетер впереди, куда ты едешь. Подтолкнуть? Чем его толкать-то? Да оставьте меня, все равно уже толкнуть. Это знаешь, если назад, заходим влево уходить. Че у него с бетером? Повторите. РЕ, заходим в тыл к группе, с которой КНД сражается. Не, показания БТР, РЕ, я позади вас, не прицелил. 70 противник. Видел, но пока не могу. Да ё-моё. Грифон, говори, куда ехать. Разверни башню вперед. Ну, в смысле, бошку. Все, стоп. Назад сдавай. Вижу бардак. Бардак. Двигается 120. По берегу, по-самому, 700 метров. Еще назад. Двигается на юг, вдоль побережья. Один БТР двигается на юг вдоль побережья. Громит, смотри, там растяжка возможна. Ставлю метку. Так. СП. О, 2 СП. Возьму 120. Подходит. БТР один. Вот, мать твою. Это Мак на 80 на востоке в лесу. Живой, смотрю. Противник. 120. Грифон, вижу, блин. Справа от дымов, двое человек. Снял одного. Еще там офицер был, еще правее дымов. Вперед дай. Выйди, заёбок. Стоп, морду разверни, мешает фонарь. Стоп. В голову убил. Карье, вы восточнее нас двигались, да? Противник тоже. Это Боб захотел.
Противник на 120. Бог, уходи на батарею в воду куда-нибудь, чтобы не подставиться. Еще один там же, аккуратненько. Бетер, на 120, бетер, ДРЕшников, от нас на 140. Бетер ездит там, противник, блядь, помогите нам, выдвиньтесь сюда. Своих, бегают. Свой, у нас свой. Не труп, ни хера нет, он сейчас нас просто передает. И Бетер, да. Да, блять, он меня сейчас только что прошел. Это не наш. Ты продвинул за себя. Так, я дым кидаю белый. Так, наш Бетер в поле стоит. Двигайтесь через него. Камням, на север, северо-восток. В поле нет, это ГРФ. Они передай ГРФ, от них на 30 бегают. ГРФ, 30, от вас противник. Так, от нас... Нет, это Арканит от нас ушел. На... Ёлк. А на восток кто пошел из наших? РЕшники там были. Та метку БТР в районе. Или БТР. Минут растяжка, возможно. Чё-то такое работает. Да с базы кто-то. Бетер, бетер, бетер. Вот, живут? Да. Где бетер-то? Давайте выкатимся. Грифон, команды. Так. Куда команда-то? Я что-то не пойму, где чё. Я вот тоже сижу внутри и думаю, куда ехать. Пилот. Пилот, пилот, слышь чё? Вы и Бетер наблюдаете вражеский, где он находится примерно? Сейчас всё уже. Там кто-то на востоке бегал наш, я пока не вижу никого. Опять на востоке движение. Да, заметил, по-моему, это... Миф трой, это не живой? Тут же возвращается. Не могу определить. Причем мне конец слышно. Боб, вражеская ДВ. Там трое за камнем. Азимут 90, трое за камнем. Понял. Мип на связи, прием. Да, ведем бой. Дают раздирать. Свой за камнем, аккуратно. Перед камнем свой. 80-90. Там Гефест табличка отображается. Морган. Готово, внимание. Вражеские ГП, ухожу назад. Отметьте, пожалуйста, на востоке врага. Будет. А, снайпер вражеский, нет? БТР все так же стоит на северо-востоке, получается. Противника. Востоке РЕшники есть, не подстрелите на востоке от базы, пожалуйста. Блин, ни черта не понятно. Метки обновил КНД. Грифон живой? Да живой, живой. С 80 трое там враги, Гефест.